Главный тренер сборной России по вольной борьбе среди юношей Анзор Тимботов прокомментировал решение о переносе чемпионата Европы среди юношей из Украины в Македонию. Соревнования пройдут с 14 по 20 мая, а не в апреле, как было запланировано ранее. Первенство Европы перенесли, но запланированный сбор мы отменять не будем, из-за переноса Европы мы лучше найдем возможность провести дополнительный сбор. В прошлые выходные мы боролись на турнире в Турции и сразу 3-4 борца, которые шли к Европе первыми номерами, даже в тройку не попали. Европа в Македонии для наших юношей особенная, лицензионная на юношеские Олимпийские игры. Для нас эта Европа имеет особенное значение, и нужно сделать все, чтобы в максимально хорошей форме подойти к этим соревнованиям. Окончательно с составом мы определимся ближе к концу месяца. Юношеские Олимпийские игры пройдут в 5 весовых категориях, но квоты на страну всего 2, а чтобы получить право выступать на Олимпиаде, нужно на Европе выйти в финал. Причем первенство Европы – это единственный шанс отобраться на игры. Но даже если все 5 человек возьмут лицензии, нам нужно будет определиться лишь с 2 кандидатами, кто поедет в Аргентину. Сделано, чтобы побольше стран приняли участие в юношеской Олимпиаде. Сколько бы мы лицензии не взяли, нам оставят только 2, а остальное передадут другим странам. Таковы правила, 2 квоты на страну, приводит слова Тимботова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. Юношеское первенство Европы по борьбе перенесено из Украины в Македонию.